Испечем овсяное печенье. Для этого нам понадобятся продукты: масло, яйца, изюм, соль, сода, мука овсяная, мука гречневая, сахар и молоко или кефир. Приступаем к приготовлению. Вводим наши яйца. Засыпаем сахар. Все хорошенько перемешиваем. Постепенно будем всыпать муку в рассеянную. Все хорошенько перемешиваем. По необходимости, если будет получаться жидковатое тесто, можно добавить еще муки. Но у нас тесто получается хорошее. Будем изюм. Хорошо перемешиваем. Вот такое у нас получается густое тесто. Выкладываем на противень порционно нашу смесь и формируем печенечко. Вот так мы на противень выложили наше тесто, сформировали печенюшки. И сейчас будем ставить в разогретую духовку до 180 градусов для выпекания. Духовка уже разогрета. Мы ставим наше печенье. Наше печенье готово. Очень легко, быстро и вкусно. Готовьте и получайте от этого удовольствие.